Владимир Яковлевич Самойлов. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского и двух государственных премий СССР. Окончил школу в 1941 году. Участник Великой Отечественной войны. Ушел добровольцем на фронт, где получил тяжелое ранение, после которого всю жизнь хромал. Работал в театрах Одессы, Кемерово, Горького. В 1968-92 годах артист Московского академического театра имени Маяковского. С 92 года в театре имени Гоголя. Снимался в фильмах «Верьте мне, люди», «Как вас теперь называть», «Свадьба в Малиновке», «6 июля», «Тени исчезают в полдень», «Меченый атом», «Любовь земная», «Судьба», «Сибириада», «По прозвищу Зверь», «Особо важное задание», «Серые волки» и других. На его счету почти 100 работ в кино и еще больше театральных работ. Жена – Надежда Федоровна Самойлова, актриса. Сын – Александр Владимирович Самойлов, актер. Скончался Владимир Самойлов на 76-м году жизни от сердечного приступа во время репетиции роли короля Лира по одноименной трагедии Шекспира. Между честным коммунистом Корневым и вором Лапой большая разница ли все? Если на смену одному беззаконию придет другое беззаконие, лучше от этого не станет ни людям, ни государству. Возможно, возможно. А как доказывать? Ну, единственная улика – пистолет. Но ведь нормальный человек при себе пистолет держать не будет. Нормальный человек и не убивает. Тоже верно. Вот какое дело выходит невеселое, Петря. Ну ладно, вот что, ступай. Отряду пора отдыхать, а с рассветом в Малиновку. Есть, Назар Васильевич. Надежда Федоровна Самойлова, актриса театра и кино, начинала в Кемеровском областном театре драмы имени Луначарского. В 1958-68 годах была ведущей актрисой Горького театра драмы имени Горького. С 1968 по 92 год актриса Московского академического театра имени Маяковского. Снималась в фильмах «Звезды не гаснут», «Встречная полоса», «Дубровский». Скончалась после тяжелой продолжительной болезни. Похоронена рядом с мужем. Ты мне скажи, Игоря ведь не буду судить, верно? Почему ты молчишь? Степа сдал совсем. Я-то ничего, держусь, двужильная, казалось. А он кончился. День и ночь, говорит одно и то же. Пускай не доживу до того дня, когда Игоря судить будут. Как бы в разуме не помутился. Только ко мне в дом не лезь, пока я живой. Александр Владимирович Самойлов. Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Работал в театре Маяковского, в Московском областном театре драмы, в Московском областном драматическом театре имени Островского. С 94 года в труппе МХАТ имени Горького. Снимался в фильмах и телесериалах «Зима родок», «Романсы о влюбленных», «Сын председателя», «Сицилианская защита», «ДМБ-4», «Женская логика», «Две судьбы», «Знахарь», «Я лечу», «Тухачевский заговор маршала», «Судмедэксперты», «Балабол» и многих других. Скончался актер на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Предварительной причиной смерти стал коронавирус. Почти месяц актер провел в реанимации, но справиться с недугом не смог. Пожелания, просьбы, заявления есть? Я не убивал эту женщину. Ну, вот что. Давайте-ка по порядку. А порядок у нас таков. Я задаю вопросы, а вы отвечаете. Когда появилась боль? Да вот как завод наш. Ага. Раздербанили, так и заболела. Где-то лет 15 тому назад, наверное. Я тогда уже начальником цеха был. Ну, бронзовый бюст на родине я вам не обещаю. А вот небольшой презент за ваш героизм хотелось бы вручить. Марина Викторовна Левтова, советская и российская киноактриса, заслуженная артистка России. В 1982 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, мастерская Герасимова и Макаровой и стала актрисой киностудии имени Горького. Сыграла более чем в 50 фильмах, среди них
«Юность Петра», «ТАСС уполномочен заявить», «Моя Анфиса», «Инспектор ГАИ», «Подземелье ведьм» и другие. Снималась в телевизионных сериалах «Каменская», «Чужая маска», «Он и Маргарита», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Муж» Юрий Мороз, кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, дочь Дарья Мороз, актриса-продюсер. Погибла актриса на 41-м году жизни, разбилась, катаясь на снегоходе в Подмосковье. Когда придет Уктенхаш, не пускай сюда его воинов. Он придет, а ты нож ему в спину. Это нехорошо. Он идет говорить о мире. Он всегда приходит говорить о мире, когда хочет убить. И постоянно чем-нибудь недоволен. Ну, никакого самолюбия у человека. Так и мой тоже. Сейчас, знаешь, на диплом начал работать. Сделает эскиз, покажет, как. Я говорю, хорошо, а он нет, ужасно, и все вдребезги. Мне стыдно. Мы будто нищие. Я вообще не понимаю, кто мы. Ты сама готовишь и стираешь на всех. А оказывается, есть какая-то фирма, акции, огромные доходы. Я теперь понимаю, почему папа так редко бывает дома. Петр Петрович Глебов. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Кавалер Ордена Ленина. Окончил оперно-драматическую студию имени Станиславского и был принят в Московский драматический театр имени Станиславского. Участник Великой Отечественной войны. Служил в зенитно-артиллерийском полку, который охранял от гитлеровских самолетов западный сектор Подмосковья. Во время службы, благодаря близости Москвы, по разрешению командования, вместе с другими актерами-бойцами играл в театре. После войны Глебов вновь поступил в труппу театра и прослужил в нем более 20 лет. Снимался в фильмах «Тихий дон», «Поднятая целина», «Балтийское небо», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Освобождение», «Емельян Пугачев», «Юность Петра», «Мужики», «Без срока давности» и многих других. «Власть твоя уж ты как хошь, а поганая власть! Чего она дает нам, казакам?» «Каким казакам? Казаки тоже разные. Всем, какие есть. А может, тебе никто не поверит? А может, не доверит, а? Как это не доверит? Да потому что на мужа нет надежи! Баба ты! Пойдем!» «И не ГПУ вам надо бояться. Нас вам надо бояться. Мы вас будем расстреливать, как предателей. И не заводил бы я с тобой, как ты говоришь, пустых разговоров. Долг на мне, я его исполню». Григорий Израилевич Горин. При рождении Авштейн. Советский и российский писатель-сатирик, драматург, сценарист, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации посмертно, получил медицинское образование и какое-то время работал врачом скорой помощи, в студенчестве писал юмористические миниатюры для институтской команды КВН, также был редактором юмористического отдела журнала «Юность», где параллельно вел развлекательную колонку от имени Галки Галкиной. Его юмористические рассказы издавались в литературной газете. Псевдоним Горин сатирик расшифровывал как «Гриша Авштейн решил изменить национальность». С 1966 года Горин вместе с автором, сатириком Аркадием Аркановым опубликовали множество пьес, среди них «Свадьба на всю Европу», «Маленькие комедии большого дома», «Соло для дуэта», «Тореадор». Самостоятельно или в соавторстве Горин написал сценарии нескольких фильмов. Вот наиболее известные: тот самый Мюнхгаузен, «Формула любви», «О бедном гусаре замолвите слово», «Ты мне, я тебе». Участвовал в создании телепередач «Вокруг смеха» и «Белый попугай». Жена Любовь Павловна Горина, урожденная Кириселидзе, редактор киностудии «Мосфильм». Григорий Горин скоропостижно скончался у себя дома на 61-м году жизни от обширного инфаркта. Выходит, он произносит речь. Товарищи, говорит, вперед, говорит, дальнейший рост, говорит, ура, говорит, навек, говорит. Ну, в общем, знаете, некоторые писатели, они говорить умеют, про что непонятно, но бодрит. Простите, я, вероятно, что-то не понял. У больного что болело? Голова.
А почему же повязка на ноге? Ползла. И, разумеется, в столицу едут вовсе не потому, что в провинции чего-нибудь нет, а исключительно потому, что в столице хоть что-нибудь есть. Алла Давидовна Балтер, советская российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. В 1961 году окончила драматическую студию при Киевском театре имени Ивана Франко. Была актрисой Киевского театра имени Леси Украинки. Затем играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Была актрисой Московского драматического театра имени Станиславского, театра на Таганке, ведущей актрисой Московского театра имени Маяковского. Снималась в фильмах «Степень риска», «Последний визит», «Когда святые маршируют», «Ларец Марии Медичи» и «Возвращается ветер», «Черный квадрат», «Я люблю» и других. Муж – народный артист России Эммануил Виторган. Сын – актер Максим Виторган. Скончалась актриса от рака. Ей было 60 лет. Прости, но игра в молчание подходит к концу. Она не может длиться вечно. Если что-то рвет твое воображение, игра в молчание не поможет. Снова буду без тебя тосковать. А по-моему, у тебя найдется утешительница. Тогда я вызову на дуэль Керка. О, да. Именно чистота ваших отношений и погубила бедного скипера. Сохранить ее можно было только в стерильной среде. И такой средой стала смерть. Сергей Сергеевич Яковлев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, сын репрессированных в 30-х годах родителей, воспитывался в одном из специальных детских домов, участник Великой Отечественной войны с февраля 43-го года, гвардии красноармеец, дошел до Вены, награжден медалью за отвагу и орденами славы третьей степени и Отечественной войны второй степени. В 1947 году демобилизован, окончил ГИТИС имени Луначарского, с 52-го актер известных московских театров. В кино с 1956 года одна из самых известных ролей Устин Морозов из сериала «Тени исчезают в полдень». Также снимался в фильмах «Долгий путь», «Коммунист», «Единожды солгав», «Экипаж», «12 стульев», «Подросток», «Хождение по мукам», «Профессия следователь», «Арбатский мотив» и многих других. Помимо съемок в фильмах, занимался озвучиванием отечественных и зарубежных кинолент, был женат третьим браком на Юрковой Наталье Вениаминовне, поэтессе, авторе книг «Где прячется вчера», «Не обижайте зайца», «Город в одуванчике», «Жил путешественник один», а также совместной с мужем книги «Большая медведица». Скончался актер на 71-м году жизни, о причинах смерти не сообщалось. Ну ладно, не сержусь на тебя. Ты насчет меня, девка, опасливо мыслит и выбрось из головы. Наоборот, заступлюсь. Если кто будет ходить да облизываться, то тягучие слюни пускать. Но ведь это не шабашка какая-нибудь, а вообще творческая работа. Ведь они, во-первых, такого размера никто никогда не делал. А во-вторых, они на панно хотят не вообще какого-нибудь столивара-кочегара абстрактного, а вполне конкретно. Групповой портрет лучшей бригады. Пусть наш зритель видит вас не только актеров, но и достойных граждан нашей Родины. Виталий Мефодьевич Соломин, советский и российский актер, режиссер театра, кино и телевидения, сценарист, народный артист РСФСР, младший брат актера и режиссера, народного артиста СССР Юрия Соломина. После окончания театрального училища имени Щепкина актер Малого театра,
на сцене, театра, исполнил множество центральных ролей классического репертуара, снимался в фильмах «Женщины», «Крепкий орешек», «Старшая сестра», «Летучая мышь», «Сильва», в телевизионном сериале о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, «Пиковая дама», «Сибириада», «Даурия», «Искренний ваш», «Зимняя вишня», «Зимняя вишня 2» и других. Поставил ряд антрепризных спектаклей, преподавал в ВГИКе. Виталий Соломин страдал гипертонией. 24 апреля 2002 года он играл в спектакле «Свадьба Кричинского». Несмотря на плохое самочувствие, актер вышел на сцену. Он смог сыграть лишь первый акт. Со сцены его унесли на руках. Соломина доставили в больницу, где врачи диагностировали инсульт. Около месяца актер лежал в больнице, долгое время находился в коме. Скончался на 61-м году жизни. Вы уже думаете об этом деле? У меня оно не выходит из головы. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это верно, Ватсон. Теперь мы вас к ногтю прижмем. Хватит. Теперь ча наш верх будет. Надоело глядеть на часы, прятаться по углам. Надоело мучить тебя и себя тоже. Настоящий свинья! Что? Нашел время читать нотации. Черт знает что! Господи, что ты говоришь? А я должен тебя... Кому? Да кому ты что-то? Читаешь? Кому? Кому? Узнику! Анатолий Владимирович Ромашин. Советский российский актер театра, кино и дубляжа. Кинорежиссер. Лауреат Государственной премии СССР. Народный артист РСФСР. Играл в театре имени Владимира Маяковского. В последние годы участвовал в спектаклях театра «Луны». Руководил актерской мастерской в ВГИКе. Профессор. В кино снимался с конца 50-х годов. Сыграл более 100 ролей. Снимался в фильмах «Ветер», «На семи ветрах», «Освобождение», «Агония», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Дни хирурга Мишкина», «Тонкодром», «Жизнь Клима Самгина», «Борис Годунов», «Десять негритят», «Волкодав» и многих других. Дочь, диктор центрального телевидения, актриса Татьяна Ромашина, трагически погиб на 70-м году жизни на своей даче. Решил спилить старую сосну, и это дерево упало на него. Лучшие сыны государства российского, избранные депутатами Думы, представители всех губерний. Говорите проще. Прошу вас. Давно работает у нас в Москве. Живет открыто. Ну какой он, к черту, таинственный Жильберт? У меня такое ощущение, что, к сожалению, мы идем не по тому следу. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет Димитрия, воскреснувшее имя. Эмиль Владимирович Латяно. Молдавский, советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Народный артист РСФСР, первый супруг актрисы Галины Беляевой. В 1962-73 годах режиссер киностудии «Молдова фильм», 73-го киностудии «Мосфильм». Самые известные его фильмы «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Анна Павлова». Также снял фильмы «Большая гора», «Красные поляны», «Фреска на белом», «Это мгновение», «Эхо горячей долины», «Скорлупа» и другие. Почти что ко всем своим фильмам написал сценарии. Также автор нескольких сборников стихов и сборника рассказов. Скончался режиссер на 67-м году жизни. У Латяно был рак. Однако он об этом не знал. Ни врачи, ни близкие не говорили ему об этом. Зоя Алексеевна Федорова. Советская актриса кино и дубляжа. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат двух сталинских премий второй степени. В 1945 году познакомилась с американским дипломатом Джексоном Тейтом, от которого в 1946 году родила дочь Викторию.
Тейт к тому времени по требованию советского правительства уже покинул СССР, не зная о беременности Федоровой. Пытаясь скрыть факт рождения ребенка, актриса спешно вышла замуж за композитора Александра Рязанова, с оркестром которого выступала в начале 40-х годов. Однако в декабре 46-го года была арестована и после предварительного заключения на Лубянке или Фортовской тюрьме в августе 47-го года приговорена за шпионаж к 25 годам лагерей с конфискацией имущества. С 47-го года ее дочь Виктория Федорова жила в ссылке в селе Полудино на севере Казахстана вместе с сестрой Зоей, Александрой и ее детьми Ниной и Юрой, не зная о том, кто ее настоящая мать. Зоя Федорова вышла на свободу в 55-м году, воссоединилась с дочерью Виктории и вскоре вернулась к съемкам в кино. В 1976 году актрисе разрешили побывать в США, где она встретилась с Джексоном Тейтом. После смерти Тейта в 78 году еще дважды приезжала в США к дочери, эмигрировавшей в 75 году, а затем начала собирать документы для выезда туда на постоянное место жительства. Снималась в фильмах «Подруги», «Человек с ружьем», «Музыкальная история», «Свадьба», «Жених с того света», «Девушка без адреса», «Ночной патруль», «Взрослые дети», «Свадьба в Малиновке», «Вот моя деревня», «Живите в радости» и многих других. 10 декабря 1981 года была убита выстрелом в затылок в своей квартире. Убийство осталось нераскрытым. Следствие прорабатывало ее возможную причастность к так называемой «бриллиантовой мафии», но фактов выявлено не было. «Больше всего на свете я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Ролан. Помнишь, когда ты только поступил к нам в гараж? Я на тебя как дуру накричала. Мы никогда не будем ссориться. Правда? Ну что, хочет Маск, чтобы Кусенька ему привезла? Масик хочет водочки. Водочки. Успокойся, Масик. Привезу, мой красавчик. Я интересуюсь, у вас бывают мигрени? Нет. У нас никого не бывает. Одна только скука. Виктория Яковлевна Федорова. Советская и американская актриса, писательница, сценарист. Дочь актрисы Зои Федоровой и военного атташе при посольстве США в СССР, капитана ВМС США Джексона Роджерса Тейта. Мать была репрессирована, когда Вике исполнилось 11 месяцев. До 9 лет воспитывалась в семье родной тетки. Встретилась с родной матерью в 55-м году после ее освобождения. Окончила в ГИК, снималась в фильмах «До свидания, мальчики», «Двое», «Они живут рядом», «Сильные духом», «Преступление и наказание», «О любви», «Расплата», «Ход белой королевы» и других. В 70-е она отыскала отца и перебралась к нему в США, где снималась в эпизодах и работала моделью. Она несколько раз была замужем, родила сына. Власти СССР не впустили Викторию в страну на похороны матери. Впервые после эмиграции в США Виктория Федорова побывала в Москве в 88 году. В последние годы жизни актриса жила с мужем в собственном доме в городке Маунт-Пакона в Пенсильвании. Долго болела, кроме рака легких у нее была диагностирована опухоль головного мозга. Умерла на 67 году жизни от эмфиземы легких в больнице Пенсильванского округа Гринвич. Выполняя волю жены, муж кремировал ее тело и развеял прах над горами Пакона. Боюсь ли я безвестности? Да. А меня знают. Кто? Сотрудники, мои друзья. Вы. Ну что? Ничего. Просто вы давно не заходили ко мне. Тут еще эта повестка. Я всюду искала вас. Да? Этого быть не может. Быть не может. Нет никакой причины, ни малейшей. Никакого повода. Это все ложь, ложь, ложь. Он ограбил, вот и вся причина. Правда, не воспользовался ни деньгами, ни вещами. Нина Афанасьевна Сазонова. Советская и российская актриса театра и кино. Певица, народная артистка СССР. Начало театрального пути совпало с началом Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года она выступала на Белорусском вокзале перед теми, кто отправлялся на фронт.
Потом за 4 года войны дала более 3000 фронтовых концертов. Большую часть жизни посвятила работе в Центральном театре Советской Армии, где сыграла множество ролей. Снималась в фильмах «Живет такой парень», «Наш дом», «Повесть пламенных лет», «Простая история», «Бабье царство», «Женщины», «День за днем», «Моя улица», «Зигзаг удачи», «Юркины рассветы» и многих других. Нине Сазоновой обязаны своей популярностью песня, которую она исполняла в художественных фильмах «Сестричка», «Стою на полустаночке», «Ромашки спрятались», «Вальс расставания» и другие. В новогоднюю ночь с 31 декабря 2001 года на 1 января 2002 сын актрисы Михаил в пьяном состоянии избил ее. Она потеряла сознание, а сын отправился спать. Утром Михаил обнаружил тело матери на полу, без сознания, и, решив, что совершил убийство, выбросился из окна. Актриса в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Она прожила еще 2 года, не говоря о сыне и даже не реагируя на упоминания о нем. Скончалась на 88-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Зачем ты этой девчонке голову морочишь? Ведь она ж подумает всерьез. А что, серьезность исключается? Да, конечно. Вообще тебе рано об этом думать. Вот кончишь институт, начнешь работать, пожалуйста. Ты что, в самом деле у меня такой глупенькой? Или притворяешься, негодяй? Ну ладно, хватит тебе. Что хватит? Что хватит? Негодяй ты, негодяй. Уж если она тебе так сказала, значит, довел ты ее. Мам, ты у меня странный человек, честное слово. Один раз я с ней прошелся, а уж разговоры ведешь, будто я жениться собираюсь. Ты знаешь, я никак не могу понять, когда ты серьезно говоришь, когда ты шутишь. Людмила Васильевна Марченко, советская и российская актриса театра и кино. Окончила в ГИК актерский факультет. С 1963 года актриса экспериментального театра студии «Пантомима» «Эктимим» под руководством Александра Румнева. Позже актриса театра студии киноактера. Снималась в фильмах «Добровольцы», «Белые ночи», «Отчий дом», «До будущей весны», «Леон Горос ищет друга», «Мой младший брат», «Стрепуха», «Разведчики» и других. За красоту актрису называли советской Одри Хепберн. Была беременна от Олега Стриженова, но сделала аборт, повлекший за собой бесплодие. Ходили слухи, что карьеру актрисе осложнил Иван Пырьев, ухаживание которого она в молодости отвергла. В конце жизни Марченко страдала депрессией, алкоголизмом, стала терять слух, так как сказалась черепно-мозговая травма, нанесенная ее мужем Валентином Березиным, с которым в итоге Людмила разошлась. После смерти последнего мужа, художника Сергея Соколова, она вела затворнический образ жизни. Умерла актриса в возрасте 56 лет от гриппа. Заболев, она не вызывала врачей и наотрез отказывалась лечиться. Родным запрещала ее навещать и успокаивала их, что все в порядке. Я хочу стоять на балконе и смотреть на слабые огоньки Вероны. А потом послышится шорох и появится Ромео. Он подойдет ко мне и скажет... Знаешь что, детка, кончай свои закидоны глазками и прочие шуры-муры. Если вы не хотите жениться на мне, то я и так поеду с вами в Москву. Потому что я не могу жить без вас. Милая. Ты вот как приехал, так и уедешь. А для меня ведь в нем все. Ну что же, желаю вам счастья. Михаил Иванович Пуговкин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны. Михаил ушел на фронт вслед за отцом и братьями, попал в стрелковый полк разведчиком, в августе 42 года под Ворошиловградом получил ранение в ногу. В госпитале началась гангрена, Михаила готовили к ампутации. Он попросил главного хирурга полевого госпиталя: «Доктор, нельзя мне без ноги, я же артист».
и ногу удалось сберечь. Снялся более чем в 100 фильмах, вот лишь некоторые. «Адмирал Ушаков», «Свадьба», «Девчата», «Штрафной удар», «Солдат Иван Бровкин», «Дело пестрых», «Операция И» и другие приключения Шурика, «Свадьба в Малиновке», «Варвара краса, длинная коса», «12 стульев», «Не может быть», «Иван Васильевич меняет профессию», «Новые приключения капитана Врунгеля», «Спортлото 82» и других. Много ездил по стране, встречался со зрителями. Скончался актер на 86-м году жизни у себя дома в Москве из-за обострения сахарного диабета. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Нет. Боже мой. Просто Яшка. Да не просто Яшка, а Яшка-артиллерист. Третий правый ездовой, разворот налево, батарея к бою, трубка 15, прицел 120, батарея огонь, бац, бац, и мимо. Евгений Валерианович Самойлов. Советский российский актер театра, кино и дубляжа. Народный артист СССР. Был актером Ленинградского театра актерского мастерства под руководством Вивьена. Актером театра имени Мейерхольда. Актером театра революции. 68 года актер в труппе Малого театра. Снимался в фильмах «Случайная встреча», «Щерс», «Светлый путь», «Сердца четырех», «Шесть часов вечера после войны», «Адмирал Нахимов», «Герои Шипки», «Неоконченная повесть», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов», «Вначале было слово» и других. Дочь Татьяна Самойлова, актриса, народная артистка Российской Федерации. Сын Алексей Самойлов, актер, первый муж фигуристки Татьяны Тарасовой. Ох, помню, привел меня Бог видеть злое дело, кровавый грех. Не могу я в такой вот час сидеть на печке на картах гадая. Не могу без полка, без вас, без друзей, без тебя, негодяй. Я категорически настаиваю на более спокойном режиме. А вы думаете, я выздоровлю? Не сомневаюсь. Неправда. А сколько боев еще надо пройти? Так что уж лучше не стоит бояться. Владимир Наумович Ляховицкий, советский и российский актер театра и кино, эстрадный артист, народный артист России. До 56 года работал в Ивановском театре музыкальной комедии. Именно там его заметил Аркадий Райкин и пригласил Ляховицкого в свою труппу в Ленинград. Более 30 лет играл в Ленинградском театре «Миниатюр», исполнял роли всевозможных бюрократов, хапуг, глупцов, маленьких людей. В 1980-99 годах выступал сольно или в дуэте с Максимом Максимовым, братом Райкина. Снимался в фильмах «Люди и манекены», «Летучая мышь», «Трое в лодке, не считая собаки», «Курочка ряба» и других. В 2000 году Владимир Ляховицкий, уже будучи тяжело больным, уехал в Германию, где с 90 года жила его дочь Нина. Там он проходил курс лечения, но болезнь не отступала. Артист скончался на 77 году жизни. Господин дежурный, разрешите доложить? Докладывай. Арестованный из 23-й камеры Айзенштейн требует, чтобы к нему немедленно прислали адвоката. Почему? Я должен выяснить, наконец. Что? Где он был с 8 до 11? Я узнаю, я все сообщу. Сейчас же. Узнаю лично. Дам, немедленно. Дам телеграмму. Молнию. За свой счет. Молнию. Шаровую. Как ты думаешь? Да ну какой же вы пьяный, господи. Да. Человек, он когда пьяный, он же не бы, не бы, не может сказать. Да, а может я не могу, не бы, не мэ. А нет, могу, вот. Евгений Васлович Дворжецкий,
советский и российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации, сын актера Вацлава Дворжецкого и брат актера Владислава Дворжецкого. В 1982 году окончил театральное училище имени Щукина, был актером Российского молодежного театра и театра на Малой Бронной, снимался в фильмах «Нежный возраст», «Два гусара», «26 дней из жизни Достоевского», «Танцплощадка», «Диссидент», «Узник замка Ив», «Мечты идиота», «Раскол», «Графиня де Монсоро», «Сибирский цирюльник» и других. Принимал участие в спектаклях театра школы современной пьесы, на телевидении вел развлекательные шоу и игры. Жена, актриса Нина Дворжецкая, погиб актер в автомобильной катастрофе на 40-м году жизни. Будучи сам за рулем, не заметил знака «Уступи дорогу» и столкнулся с грузовиком. Удар пришелся на левую часть машины, и от полученных травм актер скончался мгновенно. Вы думаете, что вы граф? Так можете толкаться, как на базаре. Что? От того, что это неучтиво. Мальчик, что? Неблагодарная свинья. Свинья! А я посулил ему должность главного ловчего. Что? А я не ребенок. И вправе решать сам. Кроме того, существует воинский долг. Воинский долг, конечно, существует, но не для детей, пойми. Ты ведь еще совсем мальчик. Понимаешь, мама, война – это такое дело. Она всегда достается мальчикам. Булат Шалвович Акуджава. Советский российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. В 1937 году родители Акуджавы были арестованы по ложному обвинению. Отца расстреляли, мать сослали в карагандинский лагерь, откуда она вернулась лишь в 1955 году. После ареста родителей Булат с бабушкой жил в Москве. В 1940 году переехал к родственникам в Тбилиси. В 1942 году, после окончания 9 класса, ушел добровольцем на фронт. Служил на Северо-Кавказском фронте минометчиком, затем радистом. Был ранен под Моздоком. В 1945 году демобилизовался и вернулся в Тбилиси, где эстерном сдал экзамены за среднюю школу. В 1950 году окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Автор сборников лирики «Веселый барабанщик», «Март великодушный», «Арбат мой Арбат», «Чаепитие на Арбате» и других. Автор около 200 авторских и эстрадных песен, также сочинял песни для кино. Скончался на 74-м году жизни в военном госпитале пригорода Парижа. Согласно завещанию, был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора. Ах, не кукушка, не ромашкам я не верю. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. Танцы были в среду, а нынче воскресенье. С четверга война и нет спасения. Мама, мама, это я дежурю. Я дежурный по апрель. Пока ж не грянула пора нам расставаться понемногу. Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки, ей-богу. Зиновий Моисеевич Высоковский. Советский и российский актер театра и кино. Эстрадный артист. Народный артист Российской Федерации. Заслуженный деятель культуры Польши. Работал в театре «Миниатюр» и театре «Сатира». Славу артисту принесла роль пана Зюзи из телекабачка «13 стульев». Снимался в фильмах «Живые и мертвые», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», «Маленькие комедии Большого дома», «На углу у патриарших», «Парк советского периода» и других. Покинул театр «Сатиры» в 87 году после смерти Андрея Миронова. Продолжал выступать на эстраде, став мастером разговорного жанра. Иногда играл в антрепризных спектаклях. Также читал стихи Константина Симонова, Расула Газматова, Владимира Высоцкого, прозу Михаила Зощенко, Михаила Жванецкого. Скончался на 77-м году жизни. Причиной смерти стал приступ почечной недостаточности. Мишка!
Здорово! Здорово, здорово! Когда ты сюда подскочил? Подскочил. Все тоже любимое словцо. Ты-то откуда подскочил? Я еду сейчас по шоссе, увидел, как немецкие танки бьют. Доктор, вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь. В замке. Да, это да. Смешно. И вот только вас, доктор, не хватало. Пан Владык, примите мои соболезнования. Я купил вчера своей жене новую шубку. А при чем тут я? Ну, дело в том, что моя жена собирается в гости к вашей. Василий Павлович Аксенов. Русский писатель, драматург и сценарист, переводчик, педагог. Его отец – партийный работник Павел Аксенов, мать – журналистка и писательница Евгения Гинзбург, были репрессированы. До 16 лет Василия воспитывали родственники отца. В 48 году он получил разрешение приехать к матери в Магадан, где он впоследствии окончил школу. С 52 года его стихи и прозу стали публиковать местные газеты. С 60-го Василий Аксенов – профессиональный литератор. По его произведениям сняты художественные фильмы «Когда разводят мосты», «Коллеги», «Мой младший брат», «Центровые из Поднебесья» и другие. В 60-х годах произведения Василия Аксенова часто печатаются в журнале «Юность». В течение нескольких лет он является членом редколлегии журнала. Он также писал пьесы и книги для детей. Часто его книги осуждались официальной критикой за безыдейность. В начале 70-х Аксенова, за которым закрепилась репутация антисоветчика, перестали публиковать в СССР. Вскоре его произведения стали печатать за рубежом. Такие известные романы, как «Ожог» и «Остров Крым», впервые были изданы не на родине, а в США в начале 80-х годов. В июле 80-го Василий Аксенов выехал по приглашению в США, после чего был лишен советского гражданства. Писатель проживал в Вашингтоне, преподавал русскую литературу в американских университетах. В 90-м году ему было возвращено советское гражданство. В общей сложности Василий Аксенов был автором около 150 произведений крупной и малой прозы. Скончался писатель в Москве на 77-м году жизни.